Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф прибыл в Баку. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, будучи в Баку, сообщил, что Иран рад освобождению дружественным и братским азербайджанам своих территорий от оккупации и их переходу под контроль азербайджанского народа. Зариф добавил, что завтра с азербайджанской стороны будут обсуждены вопросы по Карабаху, поддержанию там стабильности, восстановлению освобожденных территорий, а также региональное сотрудничество и коридоры север-юг и юг-запад. Министр иностранных дел Ирана заявил, что после Азербайджана посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию.